Шум и гам. В театре на подушках закончился спектакль для малышей. Людмила Владимировна Гуртовенко, воспитательница детского сада, довольна результатом. Ребята в восторге от представления. Ведь сегодня у малышей был первый выход в театр. Хоть они маленькие, тем не менее, смотрели сказку внимательно и от и до на одном дыхании. Сказка интересная, такой состав актерский, сильнейший. Вот лично я даже получила удовольствие. И родители, которые сопровождали нас, тоже. Подобные спектакли в театре кукол Терлямы всегда проходят на ура. Лисы, медведи, принцессы и множество волшебных героев. В Доме искусств для малышей можно увидеть кого угодно. Возможно, именно поэтому детей нельзя оторвать от спектакля. Куклы, которые изображают героев и двигаются будто настоящие, околдовывают малышей. Известный актер театра Александр Балданов говорит, что дети самые открытые и эмоциональные зрители. Их переживания за героев всегда неподдельны. Говорит, что ни за что на свете бы не променял работу в детском театре на любой другой. Здешняя атмосфера не сравнится ни с чем. Во-первых, ну, конечно, дети же, вот взять, вот они же дома с куколками играют, вот девочки особенно, вот они же спектакль целый разыгрывает. Конечно, интересно. Они здесь много нового видят, интересного видят. Вот даже вот по этому спектаклю взять, вот вроде бы мы для самых маленьких делали, вот как бы на подушках этот спектакль. Но здесь не только маленьким интересно, здесь даже интересно. Маленькие просто некоторые чего-то не понимают. Куклы интересны не только детям, но даже и взрослым. А в таком театре они самые главные герои. Сотни игрушек ежегодно изготавливают в Терлямах. Художники, конструкторы, швейные и бутафорские отделы мастерят героев из различных материалов. При изготовлении учитывается все. Тематика спектакля, пожелания режиссера, размеры куклы и многие другие факторы. А за всем этим процессом работы Терлямов следит Юрий Кондратьевич Гусев, который возглавляет театр уже не один год. Театр кукол – это прежде всего первый театр, который встречает на своем жизненном пути человек. Потому что впервые, когда мы еще маленькими детьми, мы посещаем не какой-то другой, не какие-то другие это представления, а это прежде всего спектакль театра кукол. А 21 марта все кукольники отметят свой профессиональный праздник. И, как говорят сами работники Терлямов, лучшим подарком для них станут аплодисменты маленьких зрителей. Олеся Клешкова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».